Привет всем, вы на канале Бергейм, мы продолжаем проходить Evil Within, первая часть, и это у нас седьмая глава, называется Хранитель. Хранитель такой, как сказать, такой сильный, что, блин, мы его никак не можем пройти до сих пор, этого Хранителя. Хранитель, блин, с какой-то, блин, странной башкой. Так, ну давайте что-нибудь возьмем там. Из оружия. Ага, он уже мажет. Болты четверка. Могу болт поменять. О, что-то я там вообще его перебегаю, походу. Могу болт поменять, если надо. Не надо. Уже кидает педрила. Угу. Последний. Так быстро бегает, тварь. Взрывной болт. Ой, зря ты туда побежал. Тут тупик. А нет, не тупик. Так, если что... Он устал. Кидает, смотри, кидает. Так, что там нам, как поменять? У тебя есть уже, вот он стоит. Ничего не надо менять. Он стоит автоматически. Уже? Ты два гарпуна выстрелила. Ты два гарпуна выстрелила. Выстрелила. Теперь главное в него попасть, и он подохнет. Нихера ты, шняга, обошел, что ли? Стой, тормози. Прощайте. Все, сдох. Вот эти ловушки Хама нам сказал не собирать. Так они нам помогают в болтах. Или когда мы там бегаем от него, их не надо делать. Ну... Ну нам их надо лучше сделать, потому что у нас этих болтов взрывных-то нету, вот один остался. Мы потом в меню зайдем. Подхимичим. Ладно, ты это сейчас улыбает. Где он там их еще накидал? Нам эти обязательно нужно собирать. Потому что мы можем сделать эти криопотные, криовзрывные. Ладно, первый уже легкий. В общем, два этих, два гарпунных в него попасть, и один вот этот. Взрывной. Такой, один взрывной, все, он подох. Ну, то есть, в принципе, три штуки, да, на него тратишь. Только и... надо их сначала сделать, не туда пошел. Только их сначала надо сделать еще. В меню зайти, сделать. От мудака осталось дерьмеца немного. Налили баночку анализа, епты налил. Не туда. Куда ж тогда? Вот сюда. Если что, можно сейчас похимичить в этом. Сделать нам два этих болта. Что это болт? Взрывной. Два взрывных, и хорошо. Шприцок. Коленять? Да нахер он нужен? У нас если опять кобзет ставить и три будет уже, что ли? Смотрите, ну мы еще ни один рычаг не крутили, да? Сейчас будет первый. А их три. Я советую сделать болты вот эти. Два гарпунных. Посмотрим. Пока найдешь, что брать, да? Вот, тупизна нахрен. Что ты там сделал? Что ты там предлагаешь сделать? Болты. Гарпунный. А как его сделать? Электро. Криоболт. Криоболт нету, что ли, вообще? Криоболт замораживает, останавливает. Сделано. Да. Все. Пока что. Все. Ну там смотри, какой болт тебе нужен. У нас сейчас взрывной стоит. Это что, электрический? Электрический, заморозка. Гарпунный есть? Нет? Есть. Давай один гарпунный истрачу тогда. Ну потом они автоматически, понимаешь, у тебя закончится, он автоматически другой берет, не туда, назад. Так, хорошо. Крути. Шняга сейчас вылезать будет. Один. Так, взрывной автоматически захерачился. Сзади.
Сзади шняга. Уходи, уходи. Шприц можно взять, принять. Ну, если смотри сама. Здесь шприц лежит. А он сдох. Он сдох. Сейчас второй. Просим. Возьми шприц. Здесь шприц был. Так мне надо принять сначала. Принимай, принимай шприц. Успеем. Прими и быстренько бери другой шприц. Все, шняга проснулась. Шприц бери. Нахер валим отсюда. Нам проход, дверь просто закрыть ее. Вон она, все. Дверь. Все. Сейчас второй будет у нас вентиль. Вот тут надо будет побегать хорошо. Сейчас я криоболт перезаряжу. Ой, криоболт взрывной. Так, все. А, так, у нас было... Здесь крутить надо. Шприц. Да, если он... Потом, если можно собрать, я не знаю, вентиль брать, потом куда-то бежать. Очень не видно здесь, поэтому непонятно, куда бежать. Видишь, какой обзор маленький. Херовый здесь обзор, наихеровейший. А этот мудак он своих ловушек наделает. Заставка полчаса. Давай, вырывай свою голову. И перерождайся в другом месте. Беги, ну что нет, ж нет, ты? Нет, заставка должна пройти. Видишь, вот этот геморрой, видишь? Чего там? Детальки, можно еще что-то сделать. А нам его что, убивать надо? Не знаю. А что нам делать? Наверное, убить. Блин, он бежал за мной. Бежал, он очень быстрый. Там ловушки. У тебя электрический болт сейчас есть. Я не знаю, что он делает. Подохни, Костебланка, с вонючий тормоз. Да сраный ты, урод, я б тебя сам на куски порубал, так тебе надо, сраный Костебланкас, урод вонючий. Придурок долбанный. Подохни, подохни, шняга вонючая. Иди, шняга потная. Чё там подбирать? Сраная жижа эта вонючая. Придурок тормознутый. Сейчас что-нибудь посмотреть хочу, собрать нахрен. Вот он у нас, этот проход. Идиот долбанный. Бери шприц, шняга! Там еще что-то можно было подавать. Пули. Блин, долбанное злополучное место. Задолбало оно уже. Давай, беги, мутак. Куда бежим, шняга? Бум. Ловушечки. Блин, я свои напускал. Все, развалился. Куда 8 идем? Патронов на тебя потратили. Ловушки. Насрать мне на ловушки. Мы сейчас забежим в эту херню. Давай, давай, работай. Рэмбо 10 нахрен. Где наша дверь? Зачем вот это дерьмо и электрическое дело? Я вообще не понимаю. Шел нахер, козлина.
Сиди в аду. Давай, поворачивайся! Педро Гонзалес. Пока не пойдем ничего крутить. Прям за вентилем, за стеночкой, будут патроны. А, и это, шприц даже. Так, это что у нас? Дробовик ку. Ой, не ку. Нет, нам не надо. А, двойка. Так, уж. Что здесь еще? Шприц, да? Шприц? Нафиг. Пока пробегусь, но его взад. Так, вроде бы больше ни хрена нету. Здесь этот урод, вот он появится. Вот этот он очень быстро бегать начинает вообще. Ты видел, да? Вот второй вот этот, который появляется здесь. Он прям бегает, бегает прям за нами. Что с ним надо делать, я не знаю. Убивать его? Его убьешь, и откроется у тебя вот этот проход. Когда ты его убьешь, да, у тебя откроется вот этот проход, вот этот люк, который ты закрывал. Вот это что за тормоза сраные? Ты уже бежать, кстати, можешь. Бежали, ну. А до этого нельзя было подобрать. Давай, давай, всади его взад. Тут он очень хорошо фаталити делает. Да-да-да, ты мудак. Сам в свои какашки не попадает. Почему он оттуда побежал? Ты прав, урод, ты уродлив. Безголовый всадник. Удерживать пробел. Питер, давай делай. Куда ты идешь, дурак? Сраный ты придурок, а? Ну вот и я так же попала. Придел. Если он идет какими-то рывками. Долбоеб сраный. Потихонечку он не может пройти. Засунь в задницу свою жижу. Они так сделали. Тупое управление. Дерьмовое управление.
Будем играть, пока нахер не пройдем эту хуйню. Мы это дерьмо разрывное, ну его нахер. В принципе, два гарпунных и один разрывной. Так, идем нахер отсюда. Нам нужно пошарить и взять пушку какую-нибудь. Туда я не пойду. Долго этот мудак шприц вкалывает. А ты в него сейчас не стреляй, ты вот просто он появляется, ты убеги, отбеги, и вот смотри, тебе вот в этот люк надо забежать. Вот, ну, когда, подожди, когда вентиль покрутишь, тебе прям вот туда и надо, видишь? Вот, да? Да, вот тебе туда и надо, ты просто забегай, не трать патроны. Главное, чтобы он в тебя сейчас вот не попал. Попадет. Педрила. Вот еще. Там еще патроны за вентилем лежали, ну помнишь, да, сбоку-то? Там вот в углу тоже лежали какие-то штуки. Подожди-ка, стоп. Если ты пробежишь прямо еще, там тоже что-то лежать будет. Подожди-ка, сейчас. Настроить хочешь, да? Я все время путаю эту лажу, нахрен. Пробегись чуть-чуть прямо, там будет еще что-то лежать. Вот где-то здесь в углу. А, ну детали. Надо тебе что-то собрать? Посмотрим. Криоболт, ну-ка. 5 надо, хотя 4. А это у нас что? А, все сделали. Угу. Это вспышка, но мы не знаем. Ослеплять. Вот этого надо загасить будет, да. Блин, ну. Вот это вот дерьмо, почему оно все трещит? Если он бегать будет. Уже кинул, смотри-ка ты. Не понял. Почему не взорвался? Фиг его знает. Почему это чмо не взорвалось? Он уже с другой стороны. Почему он не взорвался, ёб твою мать?
Накидывает, накидывает. Давай в ша, вставай, где ты, урод сраный? Все, развалился. Куда нам идти? Так, открылся люк этот, открыл, дверь открылась. Где? Где? Поворачивайся, беги прямо и поворачивайся сейчас вот сюда. Да, все. Выбегай. Что далее? Теперь тебе надо найти вентиль, который он сломает, помнишь? Он тут вентиль сломает. Вот, да, куда-то сюда. Его забег... сейчас не будет? Забеги, там какая-то дверь будет открыта. Пока нет его. Нам нужно собрать что-то. Надо было ловушки все и расхерачить его. Мы в самое начало приперлись, да, получается? Вот какая-то из дверей, она то ли откроется, то ли, я не знаю. Какой-то проход нам сказали, там будет. Помнишь, где он вентиль сломал? Почему эта тварь не взорвалась? Я не понимаю, блин. Вот здесь, наверное. Блин, надо было ловушки пособирать, ёб твою мать. Теперь... надо забрать тот вентиль. Где? Вот выбегай. Сюда, ну, что ли? Вот это то место, где он был, помнишь? Они почему-то не показывают даже, что он тебя видит. Да ёб твою мать, а. Выбегай, выбегай. Вот сюда. Вентиль бери, вот он где-то здесь. Подожди, беги, беги туда. Вот где-то здесь этот... А, вон он, вентиль. Теперь тебе надо его будет прилепить. Да пошел ты, что ты мне эту херню заставку делаешь? Срань, ты что тормозишь, педриловская игра? Наверное, здесь где-то. Где он там его сломал? Нет, не здесь. Нет, не здесь. Что это за лажа? Не иди туда. Где этой? Надо найти, где он вентиль сломал этот. Пидор жирный. Надо найти, где он вентиль сломал этот. Пидор жирный. Это самое начало. Блин. Вот сюда нам надо идти. Ловушки. Вот эта дверь. Пидор ты жирный, блин, чтоб ты подох. Почему так заставка-то идет? Мне надо туда бежать. Да ты х... Что это за сраный вентиль? Чё ты встал здесь, урод? Я не знаю, куда нам идти. Иди, кабан, в жопу!
Здесь вообще дерьмо. Где эта ёбаная ловушка? Сраный вонючий вентиль. Где он есть? Может быть, где-то здесь. Вот это что за... Пробел использовать. Почему не дает это использовать? Иди в жопу, лох. Ты пидор, а? Где это использовать? Вот он. Вот он. Используй, урод ты сраный! Гандон штопанный! Дальше что делать? Беги, шняга, беги! Сынок долбанный, закрой эту херню! Уроды сохранения, давайте, гандоны! Вот так вот, и слушайте папочку, нахуй. Губошлёп, дайте отсидеться, нахуй, штаны посушить. Здоровье восстанови пока. Нету нечем, штаны. Нечем восстановить. А, есть шприц. Угадайте, кто? Подождите-ка, что за фигня? Зачем? Она на него нахерачивается. К нам этот сейф зачем? Ладно, чё, хорошо, контрольная была. Дебилы, что ли? А чё там ничего, кнопок не было написано делать, ёб твою мать. Вообще, видимо, к нему подходить нельзя было. Но с первого раза ты не узнаешь пока, когда ты вслепую проходишь игру. Ты же не узнаешь, куда где можно уроды ходить, куда нельзя. Мы его закрыли там, чё мы побежали с нами? А ничего нету здесь? Попёрли. Чё там за башка к нам прилезла нахер? Её надо, наверное, обойти как-то. Вон она уже какая-то недоброжелательная. А пофигу ей. И все равно. А что же делать? А, пробел. Ты видела пробел? Нет. Это уже не было пробела, кореша. А до этого не было глаза, когда он бегал за тобой. Не было, что он тебя видит. Вообще глаза этого не было. Получай! Сейф не дает денег много. Сейф расплыл от количества внутренних, от внутреннего содержимого денег, нахуй. Наконец-то. А ты думал, наконец-то. Костебланка. Три серии-то уж наконец-то, да, это Костебланка, точно. Костебланка, нахуй. Все, здесь закончим за. Все, играем 29 минут. Хватит, мы прошли эту шнягу. Так что подписка на канал, ставь Европа, контакты, комментируй, лайк, пока. Пока.